Кулагин. Профессор Болезек. И нам повезло, мы имели возможность наблюдать способности Нелл Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть, понимаете, они очень многообразные. Они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, там сосудистые, опухолевые и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Нелл Сергеевну заниматься лечением. Ну уж, что греха таить, в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались. Бывают такие случаи, когда уже стоит вопрос об ампутации, нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. И тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом, но судебно имеет возможность восстановить проходимость сосудов, и все потом обходится. Профессор, сегодня предстоит сложнейший эксперимент, и, может быть, не кто-то, а именно Кулагина будет нуждаться в медицинской помощи. Да, ее объективно выявляется тяжелейшее отклонение. Ну, за 3-5 минут бывает, допустим, что в сердечно-сосудистой системе давление у нее повышается так, что наши приборы перестают определять его границы. Учащается пульс, ну, почти до состояния патологического такого трепетания, предсердий. Но изменяется дыхание, изменяется кровообращение. Ну и даже такие вот происходят изменения, как резко повышается концентрация сахара, резко увеличивается концентрация других биологически активных веществ. Вряд ли это бывает даже вот со спортсменами, выполняющими самые тяжелые физические упражнения.